Привет, дорогие друзья! Сегодня я готовлю ужин и хочу показать вам наше одно из самых любимых блюд, которое обожают просто мои мальчики, муж с сыном. Значит, ребятки, это у нас будет паста с морепродуктами. Паста у меня вот такая, она свежая. Ее нужно просто отварить, она хранится у меня в холодильнике. Это настоящая итальянская паста. Вот, варится она буквально 3 минутки, 2-3 минуты здесь написано, ну, я обычно 2 минуты, 2-3 минуты варю. Вот, мы ее отварим, вот, а потом уже обжаренные наши мидии и креветочки мы смешаем с отваренной уже пастой. Значит, ребятки, нам нужно будет сливки, у меня пастеризованные сливки 33%, вот, 300 грамм. 300 грамм сливок. Нам нужно будет обязательно, у меня вот розмарин. Обязательно нам надо будет чуть-чуть розмарина. Если у вас есть, возьмите веточку розмарина. Вот, оливковая олия, черный перец, соль. Вот, хотела показать креветки. Я вот такие покупаю. Ну, они разные есть. Ну, я вот такие. Вот сухая заморозка, без глазури. Нет вообще льда. Они немножко у меня размораживаются. Вот пол пакета. Смотрите, 700 грамм пакет. Нам на вот это на все надо будет. Вот я половину отсыпала. Вот видите, разморозила их и почистила. Вот так они выглядят. Вот, можно брать крупные. Если, ну, позволяет финансы, берите крупные. Любые креветки подойдут, ребята. И нужна будет мясо мидии. Это я брала вот в АТБ у нас продается. Мясо мидии. Они, ребятки, вот такие идут. Сейчас я вам покажу. Прошу прощения. Они идут вот, вот такой вот глазури. Они глазурованные. Вот. Но других я не нашла. Вот тоже пол пакета. Нам, вот это у меня пол пакета размороженных. Итак, нам для начала нужно. Нагреваем сковородку и наливаем оливковое масло. Так. Пускай разогревается оливковое масло. Так. Нам нужно сначала обжарить наши морепродукты. Ну, достаточно. Так. А, да, обязательно нам надо будет еще 2 зубчика чеснока. Чеснок мы не режем, ничего, мы его просто сейчас ножом вот так вот я раздавлю, придавлю его и все. Итак, масло у нас практически уже разогрелось. Вот. Теперь я... Мне нужно, ребятки, раздавить... Сейчас возьму нож хороший. Так, мне нужно раздавить чеснок. Чесночок просто раздавлю. Вот, вот так беру его. Ребята, резать его не надо абсолютно. Мы его потом выбросим. Нам надо, чтобы он нам отдал просто свой вкус, аромат. Вот так вот придавили и все. И так само этот раздавили. Вот. Все, мы чесночок вот так вот бросаем и обжариваем его. Нам нужно, чтобы чеснок отдал нам весь свой аромат. Потом мы его выбросим. Так, также я добавлю сюда розмарин. Мне нужно немножечко вот так вот, прям в оливковое масло, немножко розмарина. Если у вас есть веточка розмарина, бросьте веточку розмарина. Так, и обжариваем просто вот сейчас пока чесночок в первую очередь. Ой, запах вообще обалденный. Вот жарится чеснок. Так, чесночок у нас уже обжарился. Вот, видите, подрумянился. Уже хороший запах имеет. Я сейчас отправляю туда креветочки. Нам надо их поджарить немножко. И мидии. Ребят, можно брать, кстати, море... Знаете, если продают такой море-коктейль. Можно брать вот море-коктейль. Он там и щупальца осьминожки. Знаете, бейбики такие. Вот можно вот такое брать. Ну... Я уже использовала и коктейль, но больше всего мои любят мидии и креветки, так что я беру вот конкретно мидии и креветки. Теперь мы обжариваем это все до золотистого цвета, вот с двух сторон, вот так вот, чтобы оно поджарилось немножко. Долго жарить мы не будем. Тем временем я поставила, смотрите, у меня уже водичка греется в кастрюле, здесь я отварю пасту. Так, здесь у нас все жарится, я помешиваю его иногда. Ребятки, хочу сказать, что на эту порцию вот 500 грамм, смотрите, вот видите, у меня вот этой вот пасты 500 грамм. Вот, на достаточно более чем вот, вот этих всех морепродуктов для 500 грамм пасты.
Если вы, конечно, будете, у вас пасты будут килограмм, то, конечно, берите в два раза больше. Вот пачки, которые я вам показала, там 700 грамм креветок и 300 грамм было у меня вот этих вот мидий. Вот берите, вот, наверное, две пачки целые, потому что у меня всего лишь здесь по пол пачки. Вот, водичка у меня уже сейчас закипает. Сейчас я буду отправлять туда пасту вариться. Ну, она варится на самом деле очень-очень быстро. Так, теперь водичка закипела, отправляю вариться пасту. Все, пускай отваривается паста. Она варится очень быстро, так что сейчас возьму сито, чтобы отбросить ее на сито, и будем добавлять в креветки. Так, теперь пришло время все соединить. На самом деле очень быстро все готовится, ребятки, и, ну, это, знаете, очень быстрое блюдо, такое вот, как сказать, на быструю руку, знаете, как... Смотрите, в первую очередь мы вымем чесночок. Он нам уже здесь, ребятки, не нужен. Он уже свои функции все исполнил, которые нам нужны были. Я его выбрасываю. И будем все соединять. Берем сейчас отваренную уже пасту. Вот она мне отваренная на сите. И сюда отправляем. Сейчас я ее вот так вот размешаю. Она быстро готовится и очень быстро склеивается. Я ее буквально секунду назад только отцедила. Видите, как быстро. Так. И все хорошенько размешиваем. Теперь пришло время немножко подперчить сверху. Чуть-чуть подперчим это все дело. Обычный черный у меня перец. Вот. Хватит. И теперь заливаем все сливками. И перемешиваем. А, кстати, немножечко подсолю. Когда я отваривала пасту, я чуть-чуть присаливала. Но я сейчас еще раз немножечко присолю. Вот так вот, буквально чуть-чуть. И перемешаю еще раз. Так. И накрываем крышечкой. И буквально держим минуточек 5-6, и паста готова. Все, ребята, готово. Прошло 5 минут. Вот смотрите, какая получается паста. Вот. Очень вкусная. Я вам очень-очень советую повторить всем. Просто рекомендую, настаиваю, чтобы вы повторили. Сейчас я так, это железное у нас нельзя мешать по сковородке. Будем набирать деревянной. Ага, деревянной сильно не наберешь. Так. Ребятки. Сейчас добавлю вот так вот еще креветочек. Вот такое получается у нас блюдо. Вот. Паста с морепродуктами, ребята. Очень вкусно. Очень. Просто советую, попробуйте. Потому что объяснить, какое оно по вкусу, не могу. Но очень вкусно. Всем приятного аппетита. И до новых встреч, до нового видео, друзья. Всем пока.